Это видео будет, наверное, больше тем полезно людям, у кого либо плохо работает сим-карта, вот так вот она, видите, не на все палочках, или же вовсе не работает сим-карта. Вот бывают такие случаи, что сим-карта вообще не работает. И вот решить ее проблему сможем только, как я покажу. С вас лайки, подписка, с меня больше интересно. Обязательно подпишитесь на этот канал, потому что, чтобы не пропускать новые ролики. Первое, что нужно сделать, это зайти в настройки телефона о телефоне. И вот здесь вот все параметры. Дальше вниз. И здесь внутренняя память. Такой параметр. Мы на него тапаем. Попадаем вот сюда. Смотрите от начала до конца ролик, чтобы у вас все получилось. И здесь у нас информация о телефоне. Видите, это у меня Live. Если у вас не работает сим-карта, значит у вас могла отключиться вот этот вот пункт. Смотрите, если я отключаю через 2-3... Через 3, 2, 1 пропадет у нас сеть. Может даже на обоих сим-картах. Это перезапускаем сим-карту. И стоит понимать, что, видите, после перезапуска у нас запускается. Стоит понимать, что если вы зайдете назад, и вот здесь вот у вас информация 1, информация 2. Если у вас стоит, вы там выключили, а здесь включили, то может быть, что у вас одна сим-карта не работает. Вот как у меня здесь видео. Видите, если я сейчас выйду, у меня две не работают сим-карты. Но после того, как я перезагружу телефон и забылся, там ушел, у меня может не работать одна сим-карта, вторая заработать. Но видите, в моем случае у меня две сразу не работают. Так что если бы я выключил, то у меня под NAP не работало. Следующий. Как сделать так, чтобы уровень сигнала был выше на нашем телефоне? Вот многие сталкиваются с такой проблемой, что сигнал выше. Значит, смотрите, обращаю внимание на вот этот вот показатель, уровень сигнала. Видите, 83. У многих он, видите, 73. У многих он 100, 110, 120, 150. Чем меньше этот уровень сигнала, тем лучше сеть ваша. И будете при разговорах лучше. Стабильная сеть 70, 75, 80, до 90. Если выше, то это хреновая сеть. Точно так же информация 1. Здесь у меня тоже 83. Чтобы уменьшить этот показатель, нужно вообще выйти полностью отсюда. Зайти опять в настройки сим-карты мобильной сети. Выбрать сим-карту. И здесь у нас предпочтительный тип сети. Выбирайте 3G, это стабильный сигнал. И вот когда у вас стоит сейчас 4G, зайдите вот туда, где мы только что были. И вы убедитесь сами, что ваш сигнал будет намного лучше. А больше такого полезного контента вы, конечно же, друзья, сможете найти только вот здесь. Вот каждый раз тут вам публикую новое. Загляните и офигевайте. Пользуйтесь.